Мальчики, с вами Даняша, и вы на канале Супер Развлекательный. Итак, мы сегодня будем играть в безумно яркую, красивую и очень классную игру Дракономанию. Будем выращивать новых дракончиков, будем ходить сражаться с викингами и, естественно, обучать наших дракончиков, потому что, чтобы хорошо сражаться, они у нас должны быть хорошо обучены. Итак, приступим! Ой, чуть не забыла! Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Итак, и что ж, я примерно заходила 30 дней подряд в эту игру, чтобы получить вот этого красавца, дракон лучезарный. Есть, у меня теперь есть новый дракон, вы только посмотрите, какой он красивый. Он по-любому должен обладать какой-то необычной стихией. И мы сейчас проверим, какой. Так, а у нас уже выводится какой-то дракончик и какой-то новый. Поэтому мы сейчас освободим место в питомнике и будем выводить лучезарного дракона. Но для начала соберем дань с наших подданных, с наших дракошиков. Соберем. Здесь соберем. Так, пособираем еду, которую приготовили нам наши фермы. Так, вроде все, да? Нет, еще здесь соберем еду. Здесь. Так, о, уже выполнили какое-то задание сходу, только зашли в игру, сразу же выполнили какое-то задание. Вот это я понимаю, вот это мы молодцы. Итак, здесь у нас сундучок. Вращать! О, у нас даже есть синенький и золотой. Какой же нам... А, нет, мы пролистали золотой сундук. А, и выиграли обычный. Так. 12 уровня. Нам нужно подкормить вот этого дракошку, чтобы отправить его еще раз на квест. На квест. 11 и 12 уровень. Прекрасно. Все, отправляйтесь, ребятушки, на квест. Так, есть. Собрали всех дракончиков. Отправили их на квест. Опять завершили какое-то задание. Так что пойдем сейчас проверим, заберем еще награду за наше задание. Вот, готово. Раз, готово. Два. Есть! И заработали еще 1500 единиц. Какому-то дракончику на один раз покушать, чтобы вы себе понимали. Они так кушают. О, кошмар! Итак, завершите разведение или выведите дракона. О, у нас как раз уже вывелся дракон. Сейчас мы его куда-то поселим. Приласкайте дракона, выиграйте битву в темнице и проведите битвы в компании. Это мы запросто. Так, сейчас сделаем мультипосадку. Пусть готовится все. Еще не вывелся. Вот смотрите, здесь какой-то новый дракончик. Еще 1,5 часа будет выводиться. Ну, вот кто бы мог подумать. Значит, это действительно какой-то очень хороший дракончик, потому что я его еще вчера поставила выводиться, и он до сих пор выводится. Там уже, наверное, не 10, не 12, целых 20 часов. Круто. А сколько же будет стоить пропустить? 20 алмазов. Или посмотреть видео, но это нужно много видео смотреть, чтобы пропустить все 1,5 часа. Итак, значит, у нас не остается ничего другого, как потренировать какого-то дракона. А мне вот последним временем очень импонирует вот этот вот дракошка. Сет, вы посмотрите, какой он красивый, какой он красочный, разноцветный. И у него вот на спинке каждая стихийка вот вырисовывается, вода. Огонь, земля, он такой мне голодий. Какой дракошка. Вот мы его сейчас и потренируем, чтобы у него улучшились базовые показатели. И чтобы он тогда вообще сражался невероятно. Так, эту пропускаем. Это замаскированная девочка. Это викинг, и это викинг, и это викинг. Девочку нет, не трогаем. А у викинга стреляем. Вот так. Чу-чух. Практика доводит до совершенства, и ты прав, друг мой дорогой. О, наши показатели улучшились на некоторое время. Вон, смотрите, прям весь светится, такой хороший дракошек. Да, вот мы у него еще сейчас золото пособираем. Так, уже нет. Увы. Здесь у нас все скоростное разведение, которое нам не по карману. Так, мы сейчас еще пойдем вот Беллу себе погладим, может она нам чего-то хорошего даст. Дала 360 монет. И еще раз, и еще раз. Вот так, хорошая. Ну, наверное, уже все, да. Больше наград нет. А сколько раз там нам нужно приласкать дракона? Так, 6, еще 4. Пойдем сюда еще.
Ой, так погладим. Ой, такой хороший, как собачка, да? Этот дракончик похож на собачку, такой милый. Вот, хорошо, но я вообще хотела еще к этому сходить, вот. О, этот алмаз нам дал. Может быть, а нет, все, дальше пошли монетки. Хорошо, все, еще одно задание мы выполнили, готово. Так, и еще нам осталось 3 битвы на карте компании и битва в темнице. Я уже давно не наведывалась в темницу, так что сейчас пойдем и на компанию, и в темницу. И где наш портальчик? Вот наш портальчик. Сражаемся. О, точно, я еще забыла проверять свои рудники. Я ж тут родники завоевала. Ой, нет, только один завоевала. О, можно как раз сейчас вот сразиться этими викингами, которые опять захватили мой рудник. И тогда уже что-то решать. Так, бой! У меня еще один улучшенный дракон. Вот он, посмотрите, какой. Ух ты, так хп слетает нормально. Но вообще-то надо было мне поставить щит на всех. А мы сейчас этим поставим. Вот, Беллу прикроем. Есть, каменный щит. Угу. Теперь попробуйте напасть. Попробуйте. Есть, черные тучи. Очередь противника мимо, конечно же. Я под протекцией каменного щита. И цветочек вынесли. Дракончика-цветочка. О, мухи-повторюхи тоже поставили каменной щит. Так, здесь нет, здесь, а ну ветер. Здесь нет, здесь нормально, а земля... Ну, земля такое. Ну, давай попробуем. Мимо! Вот шляпа! Вода. Вода. Не видно, что... О, нормально сносит. А здесь? Здесь что-то не видно. Здесь немножко. Этот что, дракон самый сильный? Да, он тоже, смотрите, как-то светится. Но стреляет пока мимо. Мы еще раз щит. Чуть-чуть включим. Ну, взрывные, не взрывные результаты, но все мимо, дружочечек, все мимо. Чурюх, есть! Все, нам остался только один дракон, вот этот принц. И у нас сейчас 2 удара подряд идет. Идеально, раз. Эх, кто-то ему щит поставил, и теперь так медленно хп сносится, не могу. О, зато огнем можно по нему стрелять. И гнев дракона. Ну, не хочется гнев дракона на такую маленькую сошку тратить. Вот здесь мы сейчас снесли. У него как раз каменный щит спал. И есть! Одна битва выигралась. Выигралась, сама выигралась. Нет, она не сама выигралась, это я ее выиграла. И мы завоевали себе назад рудник. Пыщ! Все, будет теперь нам добываться золото только для нас. Так, нет. Теперь нужно отвоевать вот этот рудник. О, у нас что? Нет, у нас не босс. Что это за дверка? У вас должно быть 3 друзей, чтобы пробраться через ржавые врата, перегородившие дорогу. У меня нет друзей. Увы и ах. Так что мы не сможем туда пробраться. Зато мы можем еще раз сходить завоевать рудник, только уже другой. О, опять подсолнух и грязь. Ммм, это интересно, злой гений. Так. Что, попробуем отвоевать? Вперед, нападаем. Это будет сложно, мне кажется. О, нет, смотрите, сколько мы можем и сюда попасть водичкой. О, опять, надо же было каменный щит поставить. Ну, в принципе, у нас не так-то и много сносится хп. Давайте мы на Беллу поставим каменный щит. Есть. Муха-повторюха Саламандра тоже поставила каменный щит. Окей, нужно ее выносить, а то она так будет постоянно. Ну, видите, я хоть сильной атакой по ней ударила, но все мимо пролетело, нет? Водичка, что у нас по водичке? По водичке сюда, пожалуй, сейчас вынесем вот этого дракона, чтобы мы почаще ходили. Есть! Так, теперь следующий у нас поставит щит. Вот так. Умница. Ну, взрывные, не взрывные результаты. Они нам по боку. Так, идем еще раз водичкой сюда. Из-за этого щита у него так медленно хп сползает. Так неинтересно. Нет. Нет. Попробуем по грязи попасть. Стандартная атака, потому что у грязи, наверное, тоже
О, нет, у Белочки мой щит пропал. Есть, все, возвращаемся назад. О, у них щит пропал. У них пропал. Нужно атаковать Саламандру, пока она не поставила еще один щит. Есть грязь. О, теперь грязь поставила щит. Ну, у него тут слабее щит, так что мы можем Саламандру как минимум сейчас вынести. Есть, да, Саламандра будет повержена. Осталось сражаться с грязью. Так, вода, а ветер. О, ветер, нужно ветром по ней. Черные тучи напустили на грязь. Так, у нас вроде у каждого дракончика есть ветер. Нету, этого нету. Что у нас там, вода мало сносит, земля вообще не берет, огонь, ну, час от часу не легче. Нужен ветер. О, у этого есть ветер, прекрасно. Давай, есть, хорошо. Вот если бы не его этот щит, мы бы его сейчас за два удара вынесли мимо. Одна из моих самых сильных дракошиков и мимо. Зато эти идеально. Вау, у него, наверное, пропал щит. Потому что мы его вынесли. Ура. Что мы там заработали? 2110 звездочек. И меня это не может не радовать. Замечательно. Завоевали мы рудник. О, теперь, может, пойдем в темницу. Эй, но нужно заработать следы для темницы, поэтому мы начинаем битву. Ну, здесь вроде такие не очень-то сложные дракошки. Зато такие интересные какие-то... А, что? Я ж не эти хотела! Почему я никогда не смотрю, с какими я драконами иду? Ну, хотя они тоже у меня неплохо так сносят. Ты их недооценила. Но они у меня не тренированные, только вот это вот тренированный. Попробуем вот по мороженку стрельнуть. А-а-а. Так, кто у нас дальше? Дальше у нас мороженое атакует отравой своей. О, этот у нас тоже тренированный. Сейчас мы плыш по мороженому. И все получают взрывные результаты. Ну-ка, повторюха. Так, нам нужен щит. Ни у кого нету щита. А у нас вот этот вот дым уже почти. Нет, это не дым! Приветики. О, можно выбрать дракона. Так. Вот сейчас Сет у нас пойдет. Сейчас вам Сет расскажет. Мимо, да что ж такое? Эти отравой все стреляют. Так, Сет, да? Нет, не Сет. Ну, в принципе, мы сейчас их и вынесем, да? Да, смотрите, сразу. А нет, этот остался. Что? Регенерируется тоже, как и мы? О-оу, Белла идет. Пойдем щит. Есть щит. Так, может быть, взять гнев дракона? А ну, сейчас мы вынесем их. Гневом своим. Посмотрите, один выстоял. Прям конкретно так выстоял. Ничего себе. Так, мы уже заработали 25 следов. Это неплохо, неплохо. Сейчас этого вынесем. Есть. Такие интересные драконы. Я просто вот сейчас сижу и представляю, скольких мне еще предстоит найти интересных драконов. Это же просто вау, сколько у нас Сет сносит. Подыщет. Нет? Понятно. Так, нужен щит. Нужен щит. Так, о, может быть, на кого-то отраву? Так, нет, эти не подаются. Ну, здесь хоть немножечко сможем снести. Есть. Так, мы уже заработали 41 единицу шагов. Не знаю, что мы там заработали, но мы уже сможем пройтись немножечко по темнице. Так, мы можем полечить вот этого, например. Да, вот у нас все подлечились. Идем дальше. Так, Сет. Сет у нас сейчас долбанет вот так вот. Приветики. Класс. Ух, смотрите, это дракончик Тор. Класс. Так, что мы можем? А, ну, зеленью. Давайте вот зелень на него напустим.
стандартная атака. Ну, какая есть уже. Нужно щит. Щит, щит, сет. Ого, сколько травы. О, так мы можем вот этого вынести. Тыдыщ, есть. О, теперь это пасхальный кролик. Ага. Так, ставь вот этим вот дружочкам щиты, потому что мы так долго не выстоим. Да что там своя травой бросается? Так нечестно. Тюдюш. Я против них, а траву не бросаю. Они он, у меня прям, не знаю, вот, мы сейчас подлечимся. Вот так. Чтобы дальше сражаться. Так, идем. Вынесем сейчас их. Тудыш, давай. Есть взрывные результаты. Так, у меня уже 53 шага. Может быть, на этом закончим? Здесь, конечно, очень интересно сражаться, но мне еще интересно походить под темницы, поэтому мы прекращаем. Уйти и продолжить позже. Сюда! Теперь мы можем немножко пройтись. О, мы можем открыть? О, что мы можем взять? Мы возьмем еще шаги. Да, чтобы пройти дальше. Куда мы теперь можем? А ну сюда. Нет? Ну ладно, будем понемножечку, 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 понемножечку. Ну что-то такие шаги быстро тратятся. А ну, сможем мы 10... Нет, мы не дойдем. А к этому можем дойти, сундучку. Может быть, там у нас еще будут шагометры. А ну. О, у нас есть божественный билет! Хочу божественный билет! Ай, ладно, все, уже не дойдем. Да, все, выходим с темницы. Немножко тут пошарились, походили. Так. О, 200 идеальных ударов. Сколько мы тут заданий. Фу-фу-фу, повыполняли. Позарабатывали себе и еду, и монетки. Все, сейчас вот еще 15 тысяч заработаем. Хороший улов. Так, возвращаемся. И мы можем открыть один божественный сундук. Открыть. О, мне еще один, и тогда у меня будет еще один бесплатный. Чик-чик-чик. Что у нас там? Две карточки. Тыдыщ. Тыдыщ. О, какая-то статуя. Что, сплошные статуи? Эх, билеты уже закончились. Открывать нечего. Дракошка у нас выводится. Может быть, поставим кого-то учиться? Кого мы поставим учиться? Так, у меня нету яда нигде. А нет, вот в Дракса. Чи в Драка. Или в Драка. В Драка есть яд. А он у меня эпический. Поэтому нужно было Драка себе выбирать, а не Бива. Тогда у меня был бы яд на дракончике. Может быть, мы его сейчас тоже поставим тренировать. Но это щит, это яд, стоит 150 тысяч и 4 свитка. У меня 10 свитков. А пусть будет. Пусть у нас тренируется дракошек. Мы его потом еще немножечко подкормим, чтобы он у нас вырос в уровне. И тогда у нас резко все наладится. О, мы забыли еще провести одну битву в компании, чтобы нам засчиталось, что мы выполнили задание. Мы идем сюда, и мы нападаем против оборотня, чешуйка. Это будет интересно. Так, викинги у нас между собой не разговаривают, поэтому... Да что ж такое, опять забыла каменный щит поставить. Какие черные драконы, ого. О, мы сейчас вот этим можем поставить щит. Куда мы поставим? Вот на Беллу поставим щит двойной. А нам по нам все равно попали отравой. И толку с моего щита? Вот так вот, убираем его. Вообще, чтобы он своей отравой не бросался тут. На минуточку. Ну, этот мимо. Так, а ну пойдем. Вот, хорошо будет. Чичук, еще и взрывные результаты. Класс. Стандартная атака. Так, сейчас мы еще поставим сюда. Каменный щит, и замечательно будет. Мы будем защищенные. Здесь мимо. О, здесь можно хорошо. Давай, идеально. Прекрасненько просто. Похищение жизни! Сколько же способностей у этого дракона? Ужас! Так, хоть одного вот вынесли. Осталось второго вынести. Так, Беллу защитим, потому что она что-то всем сильно нравится. Сюда ударим. Есть, хоть хорошо они не могут каменные щиты ставить. Стандартная атака. Разбилась, а наш каменный щит. И последний удар. Взрывные результаты. Есть! Мы прошли еще
на битву компании. Какие плюшки там нам за это дадут? 2 звездочки только. Тю, а я же не потеряла ни одного дракона, и мне дали только 2 звездочки. Странные какие-то. Ну ладно. Выходим. О, сундучок можно забрать. Есть, один алмазик мы заработали. Все, прекрасно. Здесь вроде сундучков нет. Поэтому мы возвращаемся назад. И на этом мой выпуск подходит к концу. Спасибо, что его посмотрели. Если он вам понравился, вы знаете, что делать. Если у вас какие-то есть предложения, какие-то советы, обязательно пишите в комментариях. До новых встреч, ребятушки. Всем любви.